Власова Анна Павловна, в неї є депутатське звернення. Дорогі депутати, я хотіла сказати, що тим літом живу. Вона дуже хвора. Це наша Валентина Іванівна, яка працює лікарем в нашій лікарні. І у неї працює тільки 10% мозку костного. Треба костний мозок. Новий там 124, по-моєму, тисячі доларів стоїть. Все написано, десь є заключення, якщо хтось не вірить, пожалуйста, просто вам відкликнутися і сьогодні що-небудь, хоча вам рада буде даже пару тисяч цим собі. Спасибо. Депутати, в кінці сесії, напевно, є якась коробочка чи що, чи баночка, чи не знаю, хто можна перечислити на рахунку? Шановні депутати, є пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Полюк Тетяна Миколаївна, Рябова Віра Васильівна, Власова Анна Павловна. Хто за пропозицію проголосувати? Хто за? Проти. Отримуємо. Лічильна комісія прошу зайняти свою місце. Секретаріат пленарного засідання Полюк Тетяна Миколаївна. Прошу замовити слово. В кого є конфлікт інтересів перед початком? У мене є конфлікт по 12 питанню, тому не прийматиме участь в голосуванні. Питання номер 900, проєкт рішення номер 953, конфлікт інтересів, Криничанський. Не прийматиме участь в голосуванні. Не буде приймати участь в голосуванні. Дякую.
кожен вечір. Не брав учись розмови. Так, шановні депутати, прошу підняти руки. Хто за це? Щоб друге питання, проєкт рішення 903 зняти з порядку денного. Підніміть, будь ласка, руки, нехай лічильна комісія порахує. Лічильна комісія, порахуйте. З якого? З 15 по 20 включно. Надання дозволу. Шановні депутати, ставлю на голосування пакетне питання. Проєкт рішення 941, 942, 953, 960, 954, 966. Пакетне питання. Голосувати пакет. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Наступний пакет затвердження проєктів землеустрою з 21 по 30 включно. Хто за дане рішення, пакетне питання, проголосувати, прошу голосувати. 21, 30 включно. Хто за? Проти. Утримався, рішення прийнято. Шановні депутати, прошу уваги. У мене є пропозиція внести до порядку. Проєкт рішення номер 980 про внесення змін до доповнення до рішення депутатської міської ради про бюджет міста Теплоград на 20-й рік. Хто за дане рішення внести до порядку денного, прошу голосувати. Олег Трамп. Стан Трамп. Необхідність цього питання. Внесення змін? Так. Да. Ну, тому що треба коректувати, у нас невиконання 15% по бюджетному кодексу. Треба коректувати видатки і доходи к нам. Ну, желательно, чтобы это сделал ваш депутатский корпус, поскольку вы принимали бюджет. Новый депутатский корпус придет, он даже не поймет, о чем, ну, вначале о чем я ему рассказываю. Поэтому я вас очень прошу принять сегодня этот вопрос, рассмотреть его. Ну, а там, как хотите, конечно. Кто за данное решение, внесет до порядка денного. Проект решения 980, прошу голосовать. Кто за? Против. Отримался. Решение принято. Проєкт рішення номер 974 про виконання бюджету міста Теплоград за 9 місяців. Внести до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення прийнято. 978 про визначення переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території міста Теплоград. Хто за дане рішення 978? Ні. Михайло Васильович, пояснення потрібно. На комісії його не було. Наскільки це потрібно, і той перелік, ніхто ні з ким не узгоджував. А ви приглашання на комісію, щоб вам пояснили? Перелікання. Тут 5 вопросів зараз подряд. По поводу озвученого вами про визначення переліку підприємств. В соответствии с действующим в новый рядах законом Украины про аренду державного и коммунального имущества, там предусмотрена такая возможность, что органы местного управления могут определить перечень предприятий, которые оказывают социально важные для населения данного населенного пункта услуги. Для чего это нужно?
Сейчас, в соответствии с законодательством, передача имущества идет через аукцион. Продолжение договора аренды тоже идет через аукцион. У нас предлагаем в этом перечне имущества, в перечне предприятий, указывают такие предприятия, как, например, Теплодар Водоканал, Одесская ТЭС-2, ЖСП Наш Город, Общество инвалидов, там чернобыльцы, афганцы и так далее. У некоторых из них, например, у предприятия Теплодар Водоканал заканчивается договор 2 ноября. У предприятия ЖСП Наш Город из 7 договоров, у него 7 договоров не только на помещение, но там и на оборудование, на мебель, из 7 договоров, 5 договоров также заканчивается 2 ноября. У предприятия, коммунального предприятия БТИ заканчивается договор аренды также 2 ноября. Берем другое предприятие, Одесса Обленерго, вот, которое арендует у нас дымовую трубу и там помещение площадкассы. У них вообще договор аренды закончился 2 октября. И нам сейчас необходимо продлевать с ними договор. Но вот этот вопрос, я хочу сразу же обратить ваше внимание, он напрямую связан со следующим вопросом, который я попросил Михаила Васильевича внести, об утверждении новой формы договора аренды. Потому что и продлевание договора аренды, оно теперь будет оформляться не в форме додатковой угоды какой-то, а путем оформления в новой редакции договора аренды. Поэтому этот, кроме того, я вот перечислил предприятия, у которых вот-вот заканчиваются договора аренды или уже закончились. А, например, взять наше предприятие, организацию, как Союз Чернобыль, там афганцев и некоторые другие, у них уже на носу, в ближайший месяц-другой, у них также заканчиваются договора аренды их действия. Олег Юрьевич, вот слово «примерного договора аренды» – это как перевести? Приблизительного? Или... Это вы следующий уже вопрос. Нет, да? Вы говорите, что да, это так аннулировали. Нет, а вы употребляете это... слово «типовое» или что-то? Наверное, нет, больше так определил кабинет министров, он назвал именно так, как оно и звучит. Конечно, при заключении с потенциальным арендатором будущего договора там не будет звучать слово «примерный». Там будет просто договор аренды, коммунальное имущество и какого именно. Я это поясню в своем докладе. Возвращаемся к порядку, который нами был всеми одобрен, что вопросы, которые вносятся с голоса, инициатор этого вопроса приходит на комиссию, не комиссия зовет, инициатор приходит, поясняет необходимость принятия этого вопроса, тем более он только вынесен 15 числа. Тогда комиссия рассматривает. Я вам больше скажу, наша комиссия его не рассматривала, и больше того скажу, вот тут порядок приемки не совсем согласен. Я думаю, новый депутатский корпус более подойдет уже взвешенно, кому нас никто не приходил и не рассказал, почему необходимо сейчас, соответственно, мы не знаем, огульно так посмотреть. Я не совсем согласен со всеми теми предприятиями, которым мы надаем льготы. Я думаю, это будет сильно новый депутатский корпус, подойдет взвешенно, кому не дадут льготы, кому не дадут льготы. Нам уже, наверное, как-то и некорректно это делать. Спасибо. Да, Инна. Нет, да. Поясняем, что это необходимо. График заседания комиссии есть на сайте, есть секретариат городского совета. 100 раз об этом говорили. Значит, вам это не важно. А сейчас вы пытаетесь на сессии, давайте с голоса будем принимать. Мы этот вопрос не рассматривали. Я за него голосовать не буду, и наша комиссия тоже. Если вы, Юрий Петрович, хотите навредить не только данному депутатскому корпусу, но и в целом городу. А почему вы говорите своей работе таким образом? Почему вы не повышаете на меня голос? Да, вы хотите навредить городу? Так вредите дальше, как вы это делаете. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? 978. Про визначення переліку підприємств на голосування для внесення в порядок денний. Хто за дану пропозицію? За дане рішення прошу голосувати. Хто за? Я работаю.
Може, ми все-таки будемо, як у нас в регламенті прописано, підняв руку, назвав фамілію, ви відповіли. У нас так. Михайло Михайлович, должным образом проект рішення там соответствует, підписан всеми, да? Проект рішення соответствует регламенту. Просто. Отримався. Дане рішення внесе до порядку денного. Три голови з п'яти. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Прошу голосувати. Кучерук, Юрій Савєцький, Україна майна можна поводити.
большинством голосов выявили. Большинством голосов что? Ну, порядок да не забажу. Тут не треба 14. Нет, это про включение это порядок. Ну, так мы покажем порядок да. Більшість від присутніх в залі. 22. Вибору 12. А зачем ви розуміло вносити, якщо вона не буде підтримана при голосуванні? Час втратити? Ну, може, коли доложить. А, ну, може, я повторю. Рішення не прийнято, так? Юрист управління майна та інвестицій, можна пояснити нам ситуацію важливості цього питання? Чому не важливо, чому не на сьогодні? По-перше, необхідно звернути увагу на те, що типовий, точніше, примірний договір оренди Кабінету міністрів був затверджений нещодавно. Ми не мали 20 днів, щоб дивитися на сайті і все було працюють. Тому ми швидко обробляли інформацію, а це прем'єрний договір оренди, положення, закон, усе в новій редакції. І швидко для того, щоб ми мали змогу здавати в оренду приміщення і об'єкти, ми винесли на сесію це питання. Тому, якщо ми вважаємо, щоб місто залишилось без надходжень, зоренди можна не голосувати. Ну, предприниматель ставиться в неловкое положение. Не заканчивается договор аренды. А... Поэтому... Ми не маємо права проголосувати рішення пройшло без цього прийнятого договору. А сейчас делаем крайних депутатов. Нет, но я... Ваша комиссия подписана. Здесь сидят все депутаты, они подтвердят. Об этом уже 100 раз говорили. Вопросы, которые вносятся с голоса папы, инициатор приходит на комиссию и говорит, прошу, причина такая, рассмотреть вот этот вопрос Степанова. Прошу вот этот вопрос Степанова рассмотреть. И вопросов вообще не возникает. Мы эти вопросы рассматриваем, подписываем, не включается. А сейчас кого-то делают крайних. Вот мы еще давно... Кабмин рассмотрел, а прийти на комиссию и сказать, депутаты, вот такой вопрос важен, включить порядок денный. Для чего это сделать? А сейчас виноваты депутаты. Они не должны приходить и просить включить порядок денный. Они разработали проект решения, он попадает на сайт, и когда приходит комиссия, она рассматривает все вопросы. А вносить или не вносить, это уже другой вопрос, потому что порядок денный мы не можем их включить. И мы включаем сейчас. Сейчас они пояснили важность, тем более вы послушали. Шаном, вы, наверное, позабыли. Нет, мы сейчас нормальные вопросы. Мы сейчас... об этом уже 100 раз говорили на всех комиссиях. Пускай хоть один депутат скажет, когда мы об этом не говорили, вопрос от голоса. Да. Сначала вы придумали вот эту тему вопросы с голоса, а теперь уже не надо вообще в сессии вносим. Никто ее не придумал. Да. Мы, наоборот, упорядочили уже 2,5 года вместе с вами, да? И все у нас уже прозрачно и нормально. И если первый раз нас поселок, да. Мирослав, если я себе, ну что ты меня комментируешь? Вот я приступаю к себе в руки. Ну да. Вот. Поэтому, Юрий Петрович, я думаю, что этот вопрос важный не для депутатов, а для предпринимателей. Для предпринимателей, которые сегодня уже некоторые есть без договоров. Вот. Это очень серьезный вопрос, в том числе он касается практически всех, смотря у кого заканчивается. Поэтому оттягивать еще на какое-то время. Ну, если вы заметили конкретно этот вопрос, да, я уже на свое усмотрение подписал рассмотрение. Нет, конкретно не отвечаю, это, да? Да. Но еще 2 головы не рассмотрели, потому что никто не дослушался, прийти и объяснить значимость этого вопроса, понимаете? А вы меня сейчас убеждаете, как это важно. Юрий Петрович. А где же вы были на комиссии? Я был на комиссии. Рассмотрели, но комиссия не была, не подписали. Юрий Петрович, мы больше всех понимаем, что его надо включить.
981. Важне питання чи не важне? Хто може пояснити? У нас заканчивается городская программа питьевой воды города Теквода, которая была до 2020 года. Сейчас идет уже фактически с июня месяца наше финансовое управление проводится работа по формированию бюджета на следующий год. И, как вы знаете, в соответствии с бюджетным законодательством, любое финансирование, оно может идти по ту или иную программу. Данная программа, она в первую очередь направлена на содержание и нормальное функционирование нашего бюджета. Поэтому, поскольку уже депутаты нового состава где-то в декабре будут утверждать бюджет на последующий год, то они не смогут этого сделать, предусмотреть финансирование на содержание нашего бюджета, если не будет соответствующей программы. Поэтому этот вопрос очень актуален. Проект решения. Я прокомментирую. Вот, подписаны, почему правовая комиссия, Юрий Петрович подписан и Чуйко Александр Николаевич. Значит, Кизиль и Лазарев на сегодняшний день находятся на больничном. Я не знаю, к ним претензии или к другим там кто-то замы. Замы у нас по одной комиссии уже год не ходит на сессии. Ну что ты? Что я сделаю? Регламент для написания. Есть заступник головы комиссии, есть секретарь. То есть они должны присутствовать руководители. Есть заступники или секретари данной комиссии. Вот они должны были собрать комиссию. Я верю, но у меня есть такие управления. Главное, что должным образом не оформлен сам. Нет, ну мы же... Полностью мы выносим проект решения, какие важны для места. Вот это важно для места. Если важны, то надо должным образом оформлять. Потому что мы вот это все противоречили главному. У нас комиссия рассматривала этот вопрос. А он должным образом не оформлен. Нет, ваша комиссия, да, подписала. Не подписано одной комиссии ЖКХ, не подписано, если... Жорик сейчас подпишет, вот, Георгий Сергеевич, если ты подпишешь. А как он может... Вы не знаете, как. Он секретарь комиссии. Так там не лично, но, а комиссия решит. А комиссия... Я знаю, Ярослав Ильич, я знаю. Ну так вы знаете, он и робот. Да. Они не будут за всеми считать. Я согласен, все присутствовали на комиссии по следующей созыве. Так, давайте ставим на голосование. Кто за данное решение внесли до порядка денного, прошу голосовать. Кто за? Проти. Отримав. Рішення прийнято. Олег Юрійович. Проект рішення 982 про затвердження міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Важність даного. Важность и основание для рассмотрения данного проекта на данной сессии, оно, я бы сказал, соответственно с предыдущим вопросом. Опять же, заканчивается у нас программа, она на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Теплодар, она заканчивается в этом году. И опять же, при формировании бюджета на следующий год необходимо наличие данной программы. Иначе финансирование с местного бюджета на наше жилищно-коммунальное хозяйство будет невозможно, если не будет программа. То есть обоснование на внешнем предыдущем. Алексей Юрьевич, хорошо, не вопрос. По воде понятно, мы поддержали, да, там, договор аренды, объяснили. Программа, у нас вопрос подготовки этого вопроса на сессию. Он выложен только в пятницу, 16 числа. Вот до пятницы что держало? Там было решение, там договоров не было, кабина, там образцов. Здесь что держало, вовремя подготовить его. Чего мы вот сейчас вот только подготовили и принимаем? Не знаю, но я могу принять ваш упрек, почему не было разработано и подготовлено соответствующий проект раньше. Но я думаю, учитывая важность этого вопроса, поскольку ни одной подчеркиваю, ни одной копейки следующего года без наличия данной программы на жилищно-коммунальное хозяйство не будет, не сможет финансировать бюджет, то надо все-таки принимать. Да, можно было и раньше, но при включении этого проекта, этого решения в порядок дня сегодня не есть нарушением законодательства. Кто за данное решение внесли до порядка дня 982, прошу голосовать. Кто за?
Олег Юрьевич, проект решения 983 важности. А надо объяснять ваш вопрос о готовности города, жилищно-коммунальное хозяйство, социальной сферы на сегодняшний момент? Важность включения этого вопроса в порядок дня. Ну, опять же, 16 числа. Это связано с оформлением, выполнением определенных работ, оформлением определенных документов в своем докладе. Я поясню, почему. Но уже тянуть некуда, тем более учитывая тот факт, что принято решение Москвы о начале отопительного периода при выполнении определенных природных условий температурного режима с 1 ноября. Ну, я хочу сказати на депутата, що це не дуже, напевно, важне питання, тому що не один із голови постійної комісії не підписав. Я по поводу того, що там не підписали, в п'ятницю я був на двох комісіях, в тому числі на комісії Олександра Миколаївича, Мирослава Івановича, і об'ясняв, що там по різним причинам ми збирали дані від всіх підприємств, які задіяні в сфері підготовки міста до опалювального періоду, і попросив їх отнестись к этому вопросу пониманием, пообещал им, что до понедельника проект будет готов. Но нам удалось и в пятницу. Олег Юрьевич, ну, у меня на комиссии этого проекта не было. Я уже в Казани. Не, в пятницу к концу дня точно было. К сожалению, как раз закончили работу эти две комиссии, уже был готов. Я не знаю, почему он к вам не попал. В пятницу до конца рабочего дня проект был готов и должен был готовить. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення 983 включити до порядку денного. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. У меня тут есть помощник, вот, например, Марьяна, которая мне непосредственно помогает. Вы можете обратиться к нашей Марине. Давайте не будем... Питание, что важно? Докладчик выступил по рецессии. Правильно? Ну, обсудили, проголосовали. Речить регламенту. Регламент – это закон. Решение принято. Шановні депутати, ставлю на голосування 971 про ліквідацію міського методичного кабінету. Включити до порядку денного. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Оформлено проект рішення. Як це рішення? Некрасов, Чуйков, Чуйков. Фізійки Лазаря Курєєв. Не оформлено добре. Ні, профільна комісія теж прописала. Так, шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Внести до порядку денного. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Є ще зауваження, доповнення до порядку денного. Михайло Васильович, можна вопрос. Ви звіт про виконання за 9 місяців бюджету прозвучали? Так. Хто за порядок дня на цілому, прошу слово? Хто за? Проти. Затримався. Дігнав Михайло Михайлович. Thank you.
Володарської міської ради сьомого скликання затвердженого рішення Володарської міської ради номер 2 від 12.11.15 року, а саме пункт 5.12 статті 25 регламенту викласти в такій редакції. Проєкти рішення Володарської міської ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються розробником відповідно до вимог частини третьої статті 15 закону України про доступ до публічної інформації у термін не пізніше, як за 10 робочих днів додати їх в розгляду з метою прийняття. Тобто у нас було 20 робочих днів, вступив в силу закон, що 10 робочих днів. Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до проєктів рішень встановлених на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги. Пункт 5.3 статті 25 регламенту викласти в такій редакції. Проєкт рішення міської ради повинен мати положені візи виконавця проєкту, начальника відділу діловодства, контролю організаційної роботи виконавчого комітету Теплодарської міської ради, начальника юридичного відділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради, керуючого справами, першого заступника міського голови по роботі виконавчих органів або заступник міського голови по роботі виконавчих органів, голів відповідних постійних комісій міської ради та секретаря міської ради. У разі необхідності проєкт рішення міської ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання. Ну, тут надається порядок визування, ну, ми з ним знайомі. Перший виконавець проєкту, далі начальник відділу діловодства, третій начальник юридичного, керуючий справами, п'ятий перший заступник міського голови, шестий голова постійної депутатської комісії і сьомий – це секретар міської ради. Якщо проєкт рішення ради передбачає фінансові витрати в бюджеті міста, то такий проєкт рішення також повинен бути завізований начальником фінансового управління. Четверте. За виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів, правопорядку та соціального захисту населення. Проєкт рішення розглянули комісії за виключенням. Всі підписали. На комісії був присутній за комісії по бюджету, це Соломенко. Він підписав цей проєкт. Хто за дане рішення взяти за основу? Хто за? Прошу. Окремо. Запитання до мене. Хто за дане рішення в цілому? Хто за? Проти. Окремо. Для расплаты соблэнерго за потребленную электроэнергию, а это вот этот период составляет порядка 700-800
Москве, кроме того, закупка электроэнергии в соответствии с тем законодательством, которое они ввели с 1 января прошлого года, так называемый параллельных электроэнергии, это для себя, наверное, писали, там это достаточно плохо. Поэтому мы пошли по пути и заключили с предприятием «Волгоэнерго», точнее, продлили действие договора аренды до 31 апреля следующего года на несколько более выгодных условиях, чем ранее действовал договор. Если раньше предусматривалась арендная плата в месяц порядка 120 тысяч гривен, сейчас удалось договориться с руководством «Теплодарэнерго» о 100 тысяч, что позволит сэкономить порядка 120 тысяч за отопительный период. Спасибо. Еще раз повторите дату, до какого? До 31 апреля. Я уже договорился, до 31 апреля. В апреле 30 дней. Значит, до 30 апреля. Кто за данное лишнее завтра за основу прошу? Спасибо. Против. Отремонт. Запитание не такое зачем. Кто за данное лишнее силу? Кто за? Против. Отремонт. Решение принято. Наступное питание. По визначенному проекту конференції установ організації, що надають соціально важливі послуги населенню на території міста Теплодар. Відповідно до діючого законодавства України, Теплодарська міська рада вирішила визначити проєкт підприємств установ організації, крім тих, які визначені законом України про оренду державного та комунального майна, що надають соціально важливі послуги населенню на території міста Теплодар. А саме. Міське комунальне підприємство «Одеська теплоелектроцентраль» з метою надання послуг у сфері теплопостачання. Міське комунальне підприємство «Теплодар водоканал» з метою надання послуг у сфері забезпечення населення послугами водопостачання та водовідведення. Благодійний фонд «Наша родина», який займається наданням гуманітарної допомоги населенню. Теплодарське міське товариство інвалідів. Товариство обмеженої відповідальності ЖСП «Наше місто», Теплодарське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості, акціонерне товариство ДТЕК «Одеські електромережі», Теплодарське міське комунальне автотранспортне підприємство, організація ветеранів вітчизняної війни, праці ветеранів військової служби міста Теплодар, Теплодарська міська в Одеській області організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», громадська організація «Теплодарська спілка ветеранів інвалідів Афганістану «Сала» воїнів інтернаціоналістів». Громадська організація «Теплодарська міська організація ветеранів Афганістану воїнів інтернаціоналістів «Банчер». Пункт 2. Відповідним орієнтаціям майна комунальної власності ветеранів громади враховувати прикладність пункту 1 даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення власної відповідної постійної комісії. Двері марочки. Значит, в ходе обсуждения включать порядок дня. Тут льготы какой-то по арендной плате нет. Сколько они платили, там и льготы. Речь идет не о льготы по оплате. Речь идет, если это можно назвать льготы, это упрощение заключения либо продолжение договора, если он действующий и заканчивается, договора аренды. Дабы не выкидывать эти предприятия на аукционы неизвестно кто выиграет. Это первое. И второе, по-моему, Юрий Петрович, если не ошибаюсь, никто другой, говорил не только годы, что новая каденция депутатов, они могут там, может, они посчитают другим. Вот этот перечень предприятий, организаций, учреждений, он не есть какой-то константой, нечто закостенело. Пожалуйста, в данной каденции, либо в следующей каденции, всегда у депутатского уважаемого корпуса есть право внести какие-то дополнения или какие-то изменения в данное решение. Это не есть, что вот это принимаем и все это на века вечно. Всегда это наше законное право внести дополнения, изменения и так далее. Спасибо. Кто за данное решение для этого за основу? Прошу голосовать. Кто за? Против. Подаемся. Виктор Юрьевич, вот вы утверждаете, что это никаким образом не это. Я вот считаю, допустим, та же компания ДТЭК, да? То, что вы говорите, это не льгота. Это льгота, потому что при выставлении на аукцион, может, кто-то нам будет больше оплачивать, да, они будут тоже заинтересованы. И по некоторым еще другим предприятиям. То есть сказать, что мы никакой льготы не даем, даем. Мы даем им заход на минимальном расчете арендной платы. А если они будут выставлены
конкурс, возможно, город с этого больше получит. Почему вы говорите, что это никакая не льгота? Это льгота, я считаю. Спасибо за вопрос. Смотрите, если даже названная ваша компания, она платит, условно говоря, на сегодняшний день там 1 рубль, да, примерно, то при продолжении договора аренды меньше они платить не будут. Льготы по арендной плате этой компании или кому-либо по размеру арендной платы не предоставляются. Плот платить будут как минимум в том же размере. Здесь речь идет о том, о порядке оформления либо продолжения договора аренды, не более того. Если вы назвали вот эти лет нажимаете, у нас, к сожалению, периодически происходят какие-то аварийные ситуации и так далее, потребление электроэнергии, это еще секундно происходит. Поэтому, безусловно, это предприятие надо отнести тем, которые оказываются с социально важными услугами на сегодня наших городов. Это предприятие и так не в полном объеме оплачивает городу как за землю, так и за коммунальное имущество, где оно находится. Да? А сейчас мы ему еще даем, если взять это предприятие, еще на тех же условиях, каким мы будем отдавать. А может, все-таки на конкурс, те же помещения, пускай участвуют, пускай выставляют. Это коммерческая структура, которая постоянно увеличивает плату за электроэнергию. Мы с вами все покорно идем и платим, и люди в том числе. А мы им даем льгот. В чем они льготу к нам жителям проявляют? Объясните. Можно из перечня выключить, давайте предложение. Я потом говорю, что этот вопрос не рассматривает, потому что никто не пришел, не пояснил. Я вот там есть... Еще не только к этому предприятию вопросы. Там много вопросов по предприятиям, которые считают вполне нормально выставить и пускай на аукционе участвуют. Берут или кто-то другой возьмет и заплатит городу больше. Смотрите, если до настоящего времени, точнее до принятия вот этой новой редакции закона про арендное державное и коммунальное имущество, доставал момент продлевать или не продлевать с арендатором договор аренды, то мы, условно говоря, выкручивали руки и просили долг по арендной плате, тогда мы будем рассматривать вопрос о продолжении. Это было в первую очередь наша инициатива. Сейчас уже в контексте названного нового закона и содержания того договора аренды, который будет вынесен на ваше обсуждение, это уже делать не надо. Законодательство императивно прописано. Есть долг по аренде, денежной маме никакого продолжения, он утрачивает. Поэтому, Юрий Петрович, я хочу ответить вам, что лазейки какой-либо арендатору, у которого закончился или заканчивается договор аренды, перезаключить по новому договор аренды, имея при этом долги по арендной плате, никакой нет. Более того, сейчас действующее законодательство и новый типовой договор аренды, он обязывает арендатора не только четко выполнять свои обязанности по арендной плате, но и платежи по всем коммунальным платежам. Тепло, водоснабжение, вывоз мусора. Это первое. Второе. Жесткое содержание прилегающей территории. Ну, в соответствии с требованиями санитарных, экологических законодательств. Более того, если арендатор по новому законодательству и по тому договору, который мы сегодня рассматриваем, нарушает какое-либо из своих обязательств, например, у него ровно идут платежи по арендной плате, но он нарушает свои обязательства в части своевременной и полной оплаты коммунальных услуг. Например, по теплу. Мы часто говорим на комиссии, которая и не мне вам говорит, что, к сожалению, много арендаторов имеют долги, например, за воду, за тепло и так далее. То это является основанием либо досрочного прекращения договора аренды, либо его непродлевания в случае истечения срока. Давай тогда уже компания «Детектор», компания «Детектор». Есть здесь Наташа? Давай, есть. А ну скажите, они подписали новый договор аренды земли с новым коэффициентом? Ну, как они у нас идут? Там не «Детектор», они идут, «Энергосети». Нет, подождите, они сейчас «Детектор» называются, «Обл.Энерго» переименован в «Детектор». Ну хорошо, «Обл.Энерго». Мы когда еще подняли коэффициент для предприятий за землю, ты говоришь, любые задолженности. Они не подписывали, не подписывают и не подпишут. А на таких условиях, если мы им номинально продлеваем договор, а не выставляем, они тем более не будут платить. Наташа. Да. Вообще не обязательно не подпишут. Вот. Они вообще не платят за землю. Нет, они платят, не платят. Они платят там 3%. Да. Ну так. А с чего-то? А должны платить 6%. Да. 10. Вот уже не доплатят. 10. Да. Но не дополучаем, посмотрите. А мы им даем, давайте перезаключим просто и все, и не будем. Ты же говоришь, любая задолженность. Вот. Они не хотят перезаключать по нашему принятому коэффициенту. Они не перезаключают. Они не платят
кашу за прилегающей территории. 10-й дом разрыли, бросили, бетонный кусок до сих пор валяется. Как же не ухаживают? Они свинячат по городу, за собой не убирают. Юрий Петрович, они не платят за землю, на которой расположены объекты, которые они арендуют, или за какие-то другие земельные участки? Они платят 3% вместо 10%. Я еще раз повторяю, они не заплачивают за те земли, на которые находится у них аренда наше имущество? Нет. Или нет? Мало того, они не платят аренду, вы знаете, 11.26 рассматривая подстанция, сколько раз говорил на территории УМСР, они не заключают, вообще ничего не платят. Под своим объектом, где их объекты, земля, они коэффициент 3 у них, а должен быть 10, они всех посылают. А мы сейчас говорим, мы без аукциона не надаем дальше и все, и пускай берут по той цене, не задолженности нет. А не перезаключение договора, это не задолженность. Я не готов просто сейчас, если вы пришли на комиссию, я сейчас вам цифру озвучу, сколько они уже не доплачивают город. Мы говорим о разных примерах. Я говорю про... Вы сейчас сказали, что в этих компаниях нет никаких долгов. Ни за уборку территории прилегающей, ничего. Я конкретно говорю, вот задолженность по земле, большая. И ничего не делается. Вы говорите, ну это не в счет. Да я хочу не перейти. Юрий Петрович, вы внимательно слушали мой договор. Речь идет о новом, о законе новой редакции и о договоре аренды коммунального имущества новой редакции, где предусмотрена такая ведповедальность, а не о договоре аренды, который раньше мы заключали. И, к сожалению, прямо это было по поводу оплаты на коммунальную услугу. Мы с тобой, конечно, затянули, но ты сейчас говоришь, те компании, у которых есть любая задолженность, мы перезаключать не будем на этих условиях. Это наличие новых договоров, это вы меня понимаете или нет? Ладно, люди сейчас недопонимают, но есть компания, а мы говорим, ну мы так по гривне заберем. Вы считаете, что облэнерго, где все вот это, точнее, как оно называется, не оказывает социальные важные услуги для России. Электричество для нас не имеет, лампочки леча не имеют значения. Я говорю о том, что ты сказал, что если в компании есть какая-либо задолженность, неважно в каком виде, или наш не выполняет обязательств по другим своим договорам, то с ними мы не перезаключаем. Я еще раз говорю, не может земельный отдел добиться одних при заключении договора. Сначала с 3 до 6, а потом до 10. Они этих условий не выполняют нас, игнорируют. А ты говоришь, что вот все выполняют. Мы с вами, я могу понять, как будто стерку стопнули. Я говорю, что наличие нового договора аренды заключить, где прямо это прописано, и тогда наступает ответственность. Подписал договор, отвечая за его выполнение. За они сдали договор, сейчас подпишут, будет новый. Тут надо разговаривать. Через аукцион. Є ще запитання? Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати? Хто за? Проти? Отримано. Там договор этот аренды нанести места, вот я не знаю, кто имел терпение его вычитал, а буквально несколько има. В соответствии, и это отражено в новом проекте этого договора аренды, что предусмотрено новым законодательством, точнее, закон Украины про аренду державно-коммунальная война в новой редакции. Ну, во-первых, там четко предусмотрено, что должно быть два перечня имущества. Один перечень имущества, который передается через аукцион, и другой перечень имущества, другой парень, который передается без аукциона. Без аукциона передаются, скажем, бюджетным организациям, коммунальным товарам, определенные полномерами вводимуются из местного бюджета, ну а также тем предприятиям, которые орган местного управления, как мы с вами несколько минут назад, определили перечень имущества, которые оказываются социально важные услуги для населения. При этом, значит, этим законом также предусмотрен аукцион не только, ну, в общем случае, при заключении договора аренды, да, через электронный майданчик, но и при его продлении. Этот закон крайне несовершенен. Вот мне мои помощницы, да, вот в качестве примера приводили, если на сегодняшний день вот той, по тем расчетам арендной платы, которую мы делаем согласно старой методики, утвержденной соответствующей постановлении комитета местного правительства, ну, мы получаем, скажем, 3000 гривен в месяц, да? То в соответствии с этим законом они там делают такую центр-тяжку и переносят не на экспертную оценку, а на остаточную балансную стоимость.
И вот в моем таком примере, например, сегодня мы получаем 3000 гривен по старой методике, а на сегодняшний день можно получать 300, 400, 500 гривен. Вот такая, хотя они законодатели принятия этого решения, и обращали на них внимание, их внимание специалисты, что это к добру не приведет, потом ее самоуправление будет значительно терять. Ну как же, вы же аукцион предлагаете, кто-то будет аукцион в очереди, например, в Теплодале где-то еще на аренду нет, еще принимать участие, а победителем аукциона считается тот, кто предложил наибольшую цену. Вот. И поэтому органы местного управления уже теряют и будут теряют почему? Потому что мы полгода были с 1 февраля в подвешенном состоянии. Мы не знали, как заключать договора аренды, потом пришли разъяснения, что продлевать можно по-старому, и это предусловлено законом, если первый раз продлевается, то можно по-старому оформлять продление. Но как заключать новые договора аренды, мы вообще до лета не знали, потом они откладывали на законодательном уровне, это до 1 октября, это, кстати, одно из объяснений, почему мы только сегодня рассматриваем. И еще масса-масса вопросов по этому законодательству есть. Мы со специалистами неоднократно в онлайн решили, там проводили всевозможные семинарские занятия и так далее. С нами в том числе представители, специалисты Фонда государственного имущества. Казалось бы, кто еще лучше разбирается с объектами недвижимости, с передачей их в аренду и приватизацией этих объектов, чем Фонд госимущества. Лично у меня после общения с этими товарищами и всегда занятий больше вопросов возникало, еще больше путаницы. Мы сидели сами по этому разбирали, писали, просили какие-то пояснения, разъяснения, созванивались с коллегами и так далее. Поэтому этот закон, конечно, вы можете с одной стороны назвать прогрессивным, с другой стороны, на сегодняшний день нынешний реалий, он орган местного управления будет переносить с экономической точки зрения гораздо больше вреда, потому что вот наш министр финансов Светлана Петровна, она не даст соврать, насколько меньше мы уже начали получать арендные платы. Это одна из источников бюджета развития. И насколько можно это только прогнозировать, будем в дальнейшем, к сожалению, получать. Обещают там пересмотреть некоторые постулаты этого закона, в том числе порядка расчета размера арендной платы, в том числе это порядок передачи или продления договоров аренды, но пока им не до этого. Кроме того, этим законом предусмотрено, и мы вынуждены были отразить это в договоре аренды, так называемый, например, авансовый платеж. То есть дальше, если мы идем с тобой, согласно заключить договор аренды, предприятие или физическое лицо входит, он должен произвести авансовый платеж, это который за 2 месяца арендной платы, это ты наперед платишь, как бы гарантийный платеж. А потом все равно с тебя взыскивается текущая арендная плата. Но перед подписанием ты должен принести вот этот авансовый платеж. Ну там есть вопросы по страховке, есть вопросы по поводу обязательств. Некоторые из них я сегодня перечислял. С одной стороны, вот работает тут неважно, первый зам, начальник управления войнами, там, инспектор по благоустрою, всех нас, мы жители, в первую очередь, города, это не чиновники, не депутаты, в первую очередь, жители. Нас, конечно, интересует, например, экологическое состояние, санитарное состояние города. К сожалению, часто мы видим, что тот или иной непутевый, так получился, арендатор, он не выполняет свои обязательства по поводу уборки привлекающих территорий. Но вспомним, например, долгое время центр города, бывший здание Ивинс банка. Там же порой страшно было пройти. Боишься ногу поломать. Помните, там не убирали ничего, еле-еле заставили. Сейчас этим договором прямо предусмотрено такая ветковидальность. У тебя нет долгов, повторяю, например, по арендной плате, но у тебя есть долги по водоснабжению. Или там по отоплению. Или ты не выполняешь твои обязательства, не прямо прописаны, по вывозу мусора с тех помещений или прилегающих территорий. Ты не ухаживаешь на прилегающей территории. Ты там у нас даже прописано это закон. Ты обязан, я условно извиняюсь, что так говорю, ты арендатор обязан, даже если на его прилегающей территории находится, растут кустики, ухаживать за ними, стричь их. Вот. Заключать соответствующие договоры. Невыполнение этих обязательств является або до страхового прибыльного договорных отношений
между арендодавцем и арендатором. Ну, тут есть в законодательстве два варианта. Либо досрочно арендодатель имеет право досрочно отказаться, либо досрочно расторгнуть. Это не одно из прошлых. Там есть в гражданском кодексе 203 статьи, прекрасные 782, 783. Так вот они позволяют просто тебе действовать. За неисполнение хотя бы Все за. Просят решение мисской программы «Питна вода» на 21-23 руки. Ну, я, в принципе, сейчас, может, не так время пояснял уже. Центр тяжести этой программы направлен в первую очередь на содержание нашего бюджетного комплекса. Действующая программа, она вот уже заканчивается, и тут надо очень первое в скором времени окончание работы на управление над бюджетом на следующие года. И тот факт, что уже депутатский корпус в новой конвенции будет утверждать бюджет, и он не сможет предоставить деньги на содержание и функционирование этого бюджета без соответствующих программ. Прошу проголосовать. Кто за данное решение взято за основу? Кто за? Против? Отрицание. За питание до другого решения. Все за. Кто за данное решение силу прошу голосовать? Кто за? Против? Отрицание. Решение принято. Уважаемые депутаты, ну, аналогично по сущности. И следующий вопрос по затверждению местной программы реформирования розыгрыша жилого коммунального господарства на 21-23. Так вот, я просто мне придется повториться, что идет работа по формированию бюджета. Действующая программа развития жилищно-коммунальных хозяйств была бы заканчивала действие. И поэтому, чтобы в следующем году проводить соответствующее финансирование на жилищно-коммунальных хозяйств, необходимо наличие соответствующей программы. Кто за данное решение взято за основу? Прошу голосовать. Кто за? Против? За питание до другого дня. Кто за данное решение? Кто за? Против? Решение про готовность объектов жилого коммунального господарства с сами сферы министерства депутата до работы зимового периода 2021. Как это не печально, как бы это не приятно говорить знать, но в целом город подготовлен так это зимнего периода. Было необычно, тут я без всяких шуток говорю, очень сложно. Не припомню, как я работал 5 лет, и чтобы было так сложно, в первую очередь, экономическую точку зрения. В целом удалось все вопросы с технической точки зрения, например, наши стратегические готовы на ПРК 2-4 провести согласно тем графикам работ, которые принимались после окончания крайнего сезона в апреле текущего года. Выполнение технического плана работы и по КПЛАМ 2-4, и по БДРам, и кранбалкам. Провели, значит, не так давно мы закончили, значит, гидроиспытания и нашего магистрального теплопровода, и внутриквартальных тепловых сетей. Поверка и установка, но установка еще продолжает тепловых счетчиков по домам. Мер возможности проводилась изоляция нашей магистральной теплотрассы. Сегодня на исполкоме я докладывал, там меня спрашивают об этой теплотрассе. К сожалению, летом, в июле этого года, была задержана группа, скажем так, они в майоре проживают, мелких разбойников, да. Они навредили более 300 метров, была снята вот эта изоляция с нашей магистралкой. И решали, но когда уже задержали, я там присутствовал, принимал участие, эти подлецы уже ту изоляцию, то, что не сняли, они уже ее сложили. Она уже обратно, ее вернуть невозможно. Поэтому за счет тех средств, скудных средств, которые были у предприятия, потому что область в этом году я уже не буду подлежал, вообще никакой помощи не оказывать было. Частично восстанавливалась эта теплоизоляция. Кроме того, это я по техническую сторону. Что касается, скажем, организационной работы, договорной работы, я уже говорил сегодня о том, что перезаключен договор в форме новогоднего года с предприятием «Теплодар-Энерго», что позволяет нам по-прежнему пользоваться
Буквально вчера мы получили акт готовности предприятия, Госнадзор нам выдал уже акт готовности вчера, 19 числа, акт готовности предприятия к началу отопительного периода. На сегодняшний день нам удается держать на плаву, опять же, несмотря на нищету полную, недолетников, которые поступают в местный бюджет, наши взаимоотношения с предприятием «Нафтогаз Украины». Те договора на срочке, которые мы с ними заключали на сегодняшний день, 20 числа, мы в полном объеме выполняем. Это что нам дает? С уверенностью смотреть на решение таких вопросов, вообще не сомневаюсь. Во-первых, заключение с «Нафтогаз Украины» новых договоров ориентированно на наступающий отопительный период. Более того, они нам уже подписали эти договора с нашей стороны, ну, с стороны наших программ 5, они подписаны и отправлены в адрес «Нафтогаз Украины». Это первое. И второе, никаких, опять же, у них правовых оснований для того, чтобы предоставление номинации предприятия нашим, ну, крайнего уведомления, потому что говорят, номинации предприятия, они даются не предприятия, было указано, у них опять же нет. То есть такие вот краеугольные вопросы, которые, как правило, кому или иному населенному пункту, как минимум, не позволяли своевременно начать отопительный период из-за отсутствия договоров с «Нафтогазом» и отсутствия номинации. У нас на сегодняшний день эти вопросы решены. В то же время у нас остался ряд таких крайне важных вопросов, нерешенных, их надо решать. Первый вопрос – это на сегодняшний день у нас очень критичная задолженность по заработной плате перед сотрудниками данного нашего коммунального предприятия. Она, я вот каждую среду провожу совещание по подготовке отопительной, но вот еще по состоянию 9 выходных у нас составляло более 700 тысяч. Это человек должен получать зарплату. Как говорил Филипп Хеннис, работает бесплатно, это бесплатно. И это долг перед тем, перед нашими энергетиками, которые душу вкладывают в эту проекту, то, что касается плоды, у них долг подходит. Точнее, долг заработной платы. И второй, очень важный, такой проблематичный вопрос, это наши взаимоотношения с Одессгазом. На сегодняшний день долг перед Одессгазом впервые, я не знаю, был ли еще в истории теплода, составляет 1 миллион 200 гривен. К 1 ноября он составит 1,5 миллиона гривен. С чем это связано? 7 октября прошлого года Веселенная НГРЕКа принимает соответствующее постановление. В соответствии с этим постановлением, мало того, что расчеты с облгазом, это по всей территории Украины касается, такими коммунальными, теплогенерирующие предприятия, типа как наши, МКП, ДСВА, мало того, что они должны были рассчитывать с облгазами не только на протяжении отопительного периода, но на основании нас, уже на протяжении всего года они разбиты. Для информации, для предприятия ТСБА, это ежемесячный платеж составляет порядка 330 тысяч. Вот. Так они еще и резко увеличили стоимость услуги на распределение природного газа. Для сравнения, если за 2019 год, отопительный период, общая сумма, которая была вложена нашим предприятиям Одессгаз, составляла порядка 1 миллион 600 тысяч, то после этих постанов за крайний вот отопительный период общую сумму, которую мы должны были уплатить Одессгазу с начала прошлого отопительного, на 2 миллиона больше, 3 миллиона 600 тысяч. Откуда брать деньги, особенно в межотопительный период? На одном из последних совещаний в администрации по подготовке области к следующему отопительному периоду и на селекторных совещаниях. Такая ситуация, вот, она имеет, к сожалению, тотальный характер по Украине. Все местные предприятия, они должны своим облгазом. Начали обсуждать, как находить выход из этой ситуации. Органы местного управления, например, Одесса, 20 единиц, Мирослав Иванович, может, и там есть 20 единичных предприятий, тепловые сети одесские и АТС-1, да? У них аналогичная ситуация в долги перед облгазом. Одно порядка 18 миллионов, другое порядка 12-14 миллионов. Далеко не каждый местный бюджет может вместо своих предприятий рассчитаться облгазом. И наиболее приемлемый, конечно, был бы вариант, это заключение договоров рассрочек. Еще где-то буквально недели 3-4 назад все облгазы категорически отказывались по заключению договоров рассрочки. Почему? Понятно, это живые деньги, и не лучше деньги, чем эти договоры рассрочки.
И никакие уговоры, где бы это ни было, в Киеве, в Днепропетровске, в Одессе, на эти уговоры не шли. Удалось с руководством Одессгаза буквально недавно, пока предварительно в устной форме, обсудить этот вопрос. И на прошлой неделе нашим предприятием КПТ-СМА направлено на имя руководства Одессагаз соответствующее письмо с просьбой рассмотреть вопрос о реструктуризации нашего долга перед Одессагазом на 12 месяцев. Дело в том, что я только что говорил, что мы получили от готовности, да, после информационной, нам еще надо от Одессагаза получить допуск на подключение газа, на пуск газа на нашу работу. Я очень надеюсь, что этот вопрос путем переговоров, по крайней мере на сегодняшний день, отказа от Одессгаза, от решения этого вопроса именно таким способом, путем заключения рассрочки, мы не получаем. Поэтому думаю, что нам удастся путем, скажем так, дипломатии урегулировать этот вопрос. Живыми деньгами расплатиться ни у кого за должника. В целом, ну, по поводу предприятие «Водный канал» и ЖСП «Наш город», опять же, они, если можно сказать, что ТЭЦ-2 с технической точки зрения на сегодняшний день, с технической подчеркнутой точки зрения, подготовленные, соответственно, горы, ну, порядка на 90%, это я твердо, как я вам говорил, сам могу заявить, да, есть некоторые проблемы, там у нас поломался первый бойлер, потом возле 8-го дома энергетика, там возник свищ, но я думаю, что за день-два мы его устраним. Взаимоотношения с Одессгазом, о которых я говорил, окончание работы по установке поверенных домовых счетчиков тепловой энергии, эта работа заканчивается. В принципе, по тому графику, что мы наметили, мы планируем это закончить до 1 ноября. Вот. Что касается ЖСП «Наш город» и водоканал, ну, в той части, насколько они задействованы в подготовке города к отопительным периодам, я могу сказать, что они приблизительно где-то порядка на 100% каждый из того, что мы по своим графикам намечали, они выполнены. В том числе и работа, скажем, по узлам учета, по внутренним сетей и так далее. По социальной сфере, по тем докладам, которые идут от начальника руководства управления образования, культуры, и сами Кимопа, и школа в целом также подготовлены к отопительному периоду. Ну, если кратко, то спасибо. Кто за донорежение взяли за основу ручку и слова? Кто за? Против? Затримался? Запитание до Сизо. Да, смотрите, какой сегодня Михаил Васильевич веселый. Чтобы добавить вам немножко хоть какие-то проблемы, потому что мы разгадали. Я задавал на комиссии вопрос, проводилась ревизия узлов ввода в дома сужающих устройств. Это предусмотрено правилами технической эксплуатации. Это совместная работа тех, кто обслуживает внутридомовые сети, и теплопоставляющие организации. Так вот могу вам сказать, что по моим сведениям эта работа не выполнялась. Если вы мне предоставите акты за подписью представителей теплоснабжающей организации, я готов извиниться. Но по моим сведениям, эта работа не выполнялась. Это гидравлический режим теплосети. Это тот вопрос, который вы сами задали. Совершенно правильно. Спасибо, Александр Иванович. После того, как вам был поставлен, вы профессионал. Я в этом плане далеко не все знаю. Я, к сожалению, не специалист. Может быть, к счастью, что не специалист в области энергетики. Значит, после того, как вы поставили свой профессиональный поставили вопрос, я тут же вызвал своих подопечных и директора ЖСП «Наш город» и связался с руководством нашего коммунального предприятия ТЭЦ-2 и озвучил один к одному поставленный ваш вопрос. В один голос они оба меня издали, что работают. Олег Ильич, давайте акты посмотрим. Я депутаты не в курсе того, что надо выключать звук на телефонах. Простите. Поддержку или что-то вы могу сказать, Игорь Михайлович? Вот на вопрос, поставленный Мирославом Ивановичем. Я что делалось вовремя. Та работа, о которой в том направлении, которое озвучил Мирослав Иванович, она выполнялась и выполнена или нет? Поясните, пожалуйста. В
Вот ваша совместная работа. Часть этого. Какая еще? Значит, вы подписали акт замера окружающей структуры. Я планировал. Кто? Кто? Назовите должностное лицо, которое подписывало акт. Ну, вы руководитель, вы не помните, у вас сколько? 1000 человек в Казине. Дайте запад, если вам дадим, соберем еще раз. Вы не знаете, должны быть акты предоставлены, подписаны двумя предприятиями. Руководитель предприятия делает большие глаза, говорит, не помню, чем же он занимался. Я больше скажу, Алексей, вот эта ситуация, мы с тобой, я на все совещания до этого ходил по Тетлу, все сезоны, да? И каждый раз вопрос поднимали, каждый раз это не делалось. То есть должна быть произведена инвестировка, должно быть опломбирован, составлен акт. Предыдущие годы это не делалось, ты прекрасно помнишь, мы поднимали этот вопрос. Я боюсь, что сейчас лукавят, это тоже не делалось. Потому как в полном объеме сказать, что произведена работа, я поддерживаю слова, еще опять ничего не сделалось. Я приглашаю вас, если вы будете возможно, приглашаю вас. Акты представьте и больше ничего не надо. Подписываем. Я вас уверен. Значит, завтра позовите Мирослава Ивановича специалиста, представьте акты, потом, если есть акты, внеочередная сессия. А почему? Мы с вами очень многие. Зачем вам? Кто за данное решение в силу прошу? Кто за? Все за. Спасибо. Мы сделаем. Тут чуть-чуть осталось. Зазначені в нашій програмі, вже включені до плану заходів з реалізації 2021-2023 років стратегії розвитку Одеської області. Значить, це наш поки що проєкт, як воно буде в подальшому, буде видно Міжрегіональний південний центр сучасної онкології і ядерної медицини. Значить, ну це за спонсорські кошти, тому тут область, оскільки, ну вони включили в його проєкт. Значить, слідуючий проєкт, будівництво спортивного комплексу міста Теплодар, значить, в стратегії розвитку області, значить, включені кошти з державного бюджету по рокам, там майже на 9 мільйонів гривень. І два проєкти. Це будівник, реконструкція очисних споруд. Знову ж таки, область включила майже 45 мільйонів гривень з державного бюджету в свою програму зазначили. Значить, капітальний ремонт напірного трубопроводу оскоптової каналізації від КНС-1 до очисних споруд. За рахунок державного бюджету область свою стратегію включила 27 мільйонів. І капітальний ремонт фекальної каналізації за рахунок державного бюджету область включила 18 мільйонів. Це вже так буде робота. Слідчим вашим здається зимою. Це приблизно 200 мільйонів на. Ну це так, включить проект. Дай Бог, щоб були ті. Проект стратегії розвитку області. Хто за дане рішення взяти за основу проголосувати? Все за. Хто за дане рішення в цілому? Хто за? Все за. Продление
всі за. Що нам виділять кошти на будівництво котелі,
і закладували в себе співфінансування в розмірі 7 мільйонів 500 тисяч 500 гривень. Нічого не сталося, тому сьогодні ми з спокійним серцем можемо ці планові зняти і зменшити для того, щоб у нас на кінець року був гарний відсоток виконання. Але не будемо казати не гарний, а не такий великий невиконання, як має бути, якщо воно все залишиться. Тому прошу теж проголосувати, будь ласка. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за підтримати? Запитання до доповідача. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Все за, вопросов нет. Рішення прийнято. Ольга Олександровна. Прекрасно.
рішення про надання дозволу громадянці Рабко Олені Сергіївні про поновлення договору оренди землі без номера від 26.10.2010 року. Поновити громадянці Рабко Олені Сергіївні договор оренди сроком, терміном на 10 років за адресою Одеського обласного депутата, вулиця Комунальна 9А, шляхом укладання додаткової угоди згідно норм чинного закону. Хто за дане рішення взяти за основу голосування? Хто за? Проти? Отримався. Запитання до доповідача. А ось ну, зараз пропустили. Порядку денного не знімали. Ми ж там пропустили, це я сказав. А, то є у вас своя методика. Хто за дане рішення взяти за основу? Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення депутатської міської ради від 20 серпня 2020 року про надання дозволу громадянину Трусову, який є членом гаражного кооперативу «Пікап», на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 гектара. Тут була помилка в адресі земельної ділянки першого рішення, тому прошу вас змінити. Хто за дане рішення взяти за основу, хто за? Проти? Отримався. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення цілу, прошу. Хто за? Проти? Отримався. Всі за. Проект рішення про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загальною площею нецілих 0,577 гектар за адресою Одеська область, місто Дар, вулиця Піонерна, 3Б. Затвердити технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земель кадастрових номерів таких за площа та карта. Так, цільове призначення для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування із земель житлової та громадської забудови за адресою Одеська область, місто Тарасов, вулиця Піонерна, 3Б. Уповноважити міського голову Жовніра Михайла Васильовича здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки згідно норм чинного закону. А через скільки часу буде? В течение там 10 днів. Не успіти. За це? Здійснити державну реєстрацію? Так. Як ви ще рішення вступили в силу, то через скільки часу? 10 днів. Хто за дане рішення взяти за основу? Можна брати жодне. Не треба брати. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Запитання до доповідача. Сплачена пайова участь місто будівної документації передбачено будівництво дитячого містечка. Ну, що це за зауваження? Можете ви добавити пояснити? Оксана Ігорівна, можна пояснити? Пайова участь? Пайова участь, коли вони подавали декларацію на готовність об'єкта до експлуатації, там є пункт пайова участь. Вони... Пайова участь, 10%. Они должны были с управлением война заключить договор о правовой участи и сплатить оценку 10% в проектной постановке и документации. Договора нет. Так, а чьё ощущение, что... Ничего нету, ничего не оплачено, а землю дайте. Управление так можно было, да? Ну, так, а мы что можем потерять? Я тоже так хочу, слышишь? Я вам могу предоставить документы, они написали, что они звільнені. Хотя указали объекты, у меня нет документов на руках. Совершенно другой объект, который не будет эксплуатироваться. Вот объект. Вот это не зауважение. Мы не понимаем, но проголосуем все и...
вычесть и сплачивали эти пайки. А когда это было? Секунду. Оксана, вы вот это обнаружили. Вы служебную записку на мисского голову написали, да. Что вы есть? Я об этом первый слышал, допустим, это раз. Во-вторых, там шло покращение будильника. Они писали через мобильную агентуру. Нет, там другое. Они пили в эксплуатацию. Ну, мы же не будем вас контролировать, Михаил Васильевич. Мы уже по одному посту так занимались. Вот там органы подали. В результате органы ничего, а мы что-то движнячим. Здесь тоже. Я не вижу, там летели со стороны ГАСКа. Это вышестоящая организация. Чему мы будем выдумывать велосипед? Ну, треба опять же, чтобы не зараз. Я не думаю, что это есть замечание, я спросил за замечание. Я думал, вы знаете, вы тоже не знаете. Так, а это из Казанской новой эксплуатации? Да, комиссии вопрос подписали, значит, тогда как-то это делать. Эксплуатацию вели, но по его уже треба заплатить. Михаил Васильевич, а когда КРУ или кто проверял, указали на то, что почему не заплатили пай? Да, когда это было? Да. Это было в прошлом году. Это не по этому году, когда он... Позапрошлым. Это не по этому вопросу. По этому вопросу. Нет, не по этому. Это не по этому. Ну, участь его поняла, было не заплачено, как это было. Что до сих пор оно объяснило, никто ему не указал на это. Халай, это тоже не дальше. Мы же не можем питания, никто не отводит землю. Все майно заказало отвести землю. И там замечания есть, архитектор. Хорошо, есть замечания озвучили, комиссии подписали, ставим на голосование. Ставим, конечно, ставим. Кто за данное решение в цілому прошу? Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийнято. Оксана Ігорівна, заберіть завтра на ранок по цим документам. Всі за. На 9 годині. Чим інтересно. Наступне питання. Наступний проект рішення про передачу в оренду Марині Миколаївні земельну ділянку загальна площа реверсійна 577 сітар, замовчового оренду терміну 49 років, цільове призначення та будівництво на розбудовування об'єктно-туристичної інфраструктури та заклади власного харчування за межі нової та громадської побудови. За адресу Одеська область, місто Сіпалат, вулиця Піонерна, 3Б. Хто за дане рішення, як за основу, чи хто за? Проти. Та ні, 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 взяли за основу, значить були запитання у Пігунова. Після запитання знову сказали, взяти за основу. Ні, в цілому. Шановні депутати, прошу проголосувати в цілому, може я помилково сказав за основу. Я в цілому. В цілому я сказав. Оп, 49 лет ушло. 49 лет нормально раздаем. Одной 10 лет, второй 49. Лет, еще одна земля ушла. Не приймав участь. Не приймав участь. Не приймав участь. Я тоже. Я не приймав участь. Філіппо не приймав участь голосування. Кирничанський Філіппо не приймав участь. Проект рішення номер 558.
про припинення громадянином Валентою Володимиром Терентьєвичем права постійного користування земельною ділянкою та визнання державного акту номером 029796 від 15.06.1997 року таким, що втратив чинність. Хто за дане рішення? За основу, прошу. Хто за? Проти? Отримується. Питання до доповідача. А можна подробніше? По його заявленню? По його заявленню, да. Здесь є його заявлення. І на основі того, що этот ларьочок, який зараз стоїть там, он уже, он его передал, подарил Литвиненко, и теперь я дал... То есть право собственности? Да. Право собственности дал ларьочек Литвиненко. А ты его надо делать из проекта кодера или ничего? Мы уже все сделали, мы сейчас просто просили еще нижнее, Кто за данное решение в целом должен голосовать? Да. Против. Отримался решение принято. Проект рішення 959. Про передачу в оренду громадянину громадянці Литвиненко Ірині Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером таким-то загальною площею 0,0050 гектарів у довгострокову оренду терміну на 49 років цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгів із земель житлової громадської забудови за адресою Одеська область міста Теплотар, вулиця Прилежна, Україна. Ну, звісно, що у них право власності на магазин. Хто за рішення взяти за основу, хто за проти? Отримується. Запитання до доповідача. Хто за рішення цілому, прошу голосувати? Хто за проти? Отримується рішення прийнято. Наступні пакетні питання 15-20. Хто за дане рішення взяти за основу? Хто за дане рішення цілому, прошу голосувати? Хто за проти? Отримується. Рішення прийнято не було. Наступні пакетні питання 21.30. Порядку денного. Прошу голосувати за основу. Хто за? Проти. Отримується. Запитання до доповідача. Ви що? Не приймав участі. Во второму пакеті? Да. Первого голосували? Да. Філіппо не приймав участі в голосуванні в второму пакеті. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рігу не приймав участь в голосуванні. Признано. Є бажаючі виступи. Шановні депутати, на мені маленький виступ. Коли 30-23. Може перейти. Шановні депутати, від імені виконавчого комітету депутатської міської ради, я хочу ще раз подякувати вам за плідну роботу. Все-таки 5 років. У нас було все, але в цілому наша рада працювала добре, прийняли всі рішення на благо міста. Хочу побажати всім, звичайно, подальшої роботи. Хто балотується в депутати, прийти, хто балотується в мене, кожен прийти. Всім прийти. Стільки наш город не видержит. Ну, а хто виявив бажання не займатися більше політикою, розвивайте бізнес депутатів, ви знаєте, що бюджет міста буде тільки тоді, коли не буде вільного місця, вільної площадки, вільної земельної ділянки. Тому що за нами стоять дуже багато об'єктів комунальної власності, з нашого бюджету, які фінансуються. За останні два роки це вже і лікарні, і поліклініка, і дотворчості, і музикальна школа, і спортивна школа, і дитячі садочки. Це все з бюджету нашого міста. Крім того, в цьому році нам ще держава подарувала це безплатні ліки. Це ліки для сахарного діабету. І чекаємо далі подарунки. Ліки. Тому я бажаю всім вашим оборудованням, вам міцного здоров'я, благополуччя, все це від государства. Дякую, що ви попрацювали 5 років. Життя на цьому не закінчується. Бажаю досягти успіхів у своєму житті.